Выставка очень необычная, интересно рассказывает экскурсовод, доступно объясняет детям понятия такие, как модерн, арт-объект и авангард. А для детей с особенностями в развитии, таким как расстройство аутистического спектра, очень важно посещение новых мест, это входит в их систему реабилитации и способствует улучшению социализации. Выставка адаптирована для людей с разными особенностями, нарушениями в развитии, и может подойти любому человеку. Я ждала долго, когда откроется эта выставка. Я наблюдала за создателями этой выставки, ребятами из организации «Благое дело». И мне было очень интересно посмотреть конечный результат. Поэтому я сегодня хожу в полном восторге. Мне нравится общая нить и концепция всей этой выставки. И сколько всего интересного можно создать человеком, неважно, какой он, обычный или особенный. По сути дела, мы все особенные. Ну, мне очень понравилось то, что выставка интерактивная, что нам все разрешали трогать. Даже некоторые объекты мы там попереставляли, сами попридумывали что-то. То есть все время интересно, когда ты можешь как-то принять участие, а не просто смотреть и слушать. Поэтому да, и здесь есть возможности для людей с разными видами инвалидности, для незрячих, для слабослышащих, что они могут воспользоваться какими-то технологиями и сделать свою экскурсию наиболее интересной. Это здорово, это прекрасно, потому что каждый человек видит мир по-своему. И здесь вот у участников выставки появилась прекрасная возможность выразить свои эмоции, свое видение миру и показать, что действительно нет никаких границ для того, чтобы донести свои мысли и свои идеи окружающим людям. Узнавать что-то новое, да, это нужно, интересно. Мне тут выставка очень понравилась. Тут как-то необычно, интересно, всякие экспозиции, рисунки. Вот. Я слушала экскурсовода, она так хорошо, четко рассказывала, интересно. Вот, спасибо вам большое. Мне понравился черный куб внизу смотреть, потому что он черного цвета, мой любимый. Там была форма человека из гипса. Разные фигурки из гипса. Ну, не знаю, сначала я просто смотрела, в конце уже у меня слезы на глазах, слезы и благодарности, и за то, что это сделано. И, конечно, сделано настолько с душой. Действительно, это выставка, которую нужно смотреть. Потому что она нас воспитывает, независимо от возраста.